Всем привет! Сегодня у нас небольшая распаковочка, одна вот посылка, ее вот в таком пакете новой почты мне доставили. Это Ютек, компания доставляет, причем сдерта наклейка ютековская. Так, все ли в порядке здесь? Вот, это наш Amazfit Bip. Ту-ту-ру-ту-ту. Сейчас мания такая погнала, чуть-чуть цена упала на него, и все начали его тарить именно. Я как бы тоже поддался соблазну, скинул поинтами до $40. И, естественно, ну, не смог я пройти мимо и заказал. Заказал. Меня вполне устраивает мой Mi Band 2. Единственное, что у меня ремешок, с которым я почти год проходил, он начал вот здесь разрезаться, и капсула начала выпадать. Поэтому я взял вот такой вот с жестким пластиком ремешок. Здесь все отлично. Единственное, что я думаю, что вот здесь рано или поздно ремешок перетрется и отпадет. Ну, поскольку как бы мания сейчас на более модные Amazfit и бипы вот эти, они типа тонкие и все, и красивые. Коробка вот из плотного картона, как любит Xiaomi, вот это вот картон, как пластик. Вот, я когда первый раз такое увидел коробку у них, подумал, что это пластик, но на самом деле это бумага, просто такая плотный картон. Смотрите, как все круто выглядит. Наклеечка. Черная причем, видите, на ней нанесено, как это будет выглядеть у вас на руках. Ну, давайте. Все, получается, вот так нацеплено. Это будет распаковка, то есть мы сейчас просто распакуем, посмотрим на него. Это я покупал в магазине GearBest с поинтами, как я уже говорил, то есть обошлось мне в 40 с чем-то долларов. Будет... скриншот я добавлю на экран. Датчики здесь датчики какие-то попроще, чем у Mi Band 2. Давайте посмотрим. Вот. А нет, здесь наоборот. Тут кругленький, а тут такой пластик. Ну хотя у Mi Band разные бывают, и по-моему бывает даже такой датчик. И давайте посмотрим, где же у нас наша зарядочка. Вот такая зарядка. Почему меня устраивал Mi Band? Меня он вполне устраивал, потому что он долго держит заряд. То есть его не нужно заряжать там раз в неделю. У меня его хватает на месяц минимум, там по 35 дней, по 28 дней. Ну, 28 это если много его часто сопрягать с телефоном. Ну, а у меня он будильник. И в основном, ну да, в основном будильник, и чтобы я не засиживал, он меня вибрирует, и я встаю, разминаю кости, там отжимаюсь, или просто похожу немножко, чтобы не заставались косточки. Потому что работа сидячая, и эта вот функция меня больше всего нравится. Уведомления я на него не ставил, потому что на такой экранчик уведомлений никаких, ну, смысла нету. А здесь же говорят, что тут даже с уведомлениями он держит не хуже, чем Mi Band 2. Вот, поэтому я их приобрел. Такой ремешок, ремешок приятный на ощупь. Здесь его можно сменить. Вот такие вот защелочки, которые снимаются, просто ремешок можно поменять на любой. Выглядит он тоненький, вот по толщине он такой же, как Mi Band, чуть-чуть Mi Band даже толще, но в ширину он как получается 2 Mi Band. Раз, два. Вот инструкция на английском языке, что не странно, потому что у нас международная версия, а не китайская. А и с другой стороны Китай, так что может и китайская версия. Или, ну, я думаю, что международная, потому что я, по-моему, заказывал международную версию. В чем между ними различие, я не знаю. Вот, по цене они практически одинаковые, по-моему, китайская чуть-чуть дешевле. Такая вот площадка. Получается, вот так он фиксируется, защелкивается и ставится на зарядку. Все, давайте запустим его, проверим, как его... поднести к телефону, включить Bluetooth. Вот, что он у нас просил? Он у нас просил сопрячься с телефоном. Пришлось отключить из Mi Fit браслет Mi Band, чтобы подключить часы. Почему-то я не знаю, так. Идет поиск часов, появляются часы. И на часах нужно подтвердить, что мы
подключились. То есть пока мы не подключим к телефону и к Мифиту, они почему-то не работают вообще. Все, прошло сопряжение, обновление погнало, обновление ресурсов. Итак, часы обновлялись минут 5, то есть зашивалась у них прошивка, и, наверное, минут 10 обновлялись от GPS. Часы марки, ну, сразу видно, марки, отпечатки на них остаются, ну, как бы мне, хотя это может глюк какой-то, они... непонятно вообще. Вот, так вот это выглядит. Все на английском языке, то есть вот отличие китайской версии от международной, то есть китайская, она на китайском. Все, что я хотел показать, это была распаковочка. Все отлично, магазином я доволен, часами из магазина тоже доволен. И в будущем, наверное, уже когда потестирую их, возможно, сниму обзорчик, сравнение вот Mi Band с Amazfit, насколько вообще это приобретение для меня оказалось актуальным, потому что я здесь небольшими функциями пользовался, только вибро и так далее. Здесь же хочу попробовать добавить уведомления, чтобы на экран выходили. Как я обходился без этих функций, в принципе, у меня не настолько насыщенная там жизнь, что я там не могу что-то пропустить и в телефон заглянуть и так далее. Хочу в будущем там через месяцок снять сравнение с Mi Band и вообще, то есть что-то привнесли ли эти часы мне что-то, потому что ценник у них почти в 3 раза разница. Был ли смысл? Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!